В мире телевидения начали транслироваться новые сериалы, а некоторые еще ждут начала. Среди них есть сериалы, которые с нетерпением ждали до того, как они стартовали. Сериал «Совершенно другой я». В главных ролях Бурак Денис, Хандерчел. В центре сюжета сериала оказался молодой мужчина, который страдает некоторым расстройством личности. Прежде вежливый и милый молодой человек в любой момент может превратиться в грубияна и испортить окружающим настроение, причем сам того не желая. Кенан был журналистом и известной медийной личностью. Прокурор Лейла, приехавшая в Стамбул к родителям, тут же берется за работу. Она должна разобраться в обстоятельствах убийства известного бизнесмена. Здесь же она знакомится с Кенаном и вместе они пытаются найти убийцу. Жестокое убийство Хамди Ателбая сводит пути Кенана и Лейлы. Кенан – журналист, который охотится за горячей новостью, а Лейла – прокурор, расследующий это убийство. Расследуя это дело, молодые люди постоянно наталкиваются друг на друга. С первого же взгляда их тянет друг к другу. Но что-то отпугивает Лейлу, она не доверяет амбициозному журналисту. Она считает, что он совершенно другой и скрывает важную информацию. И в какой-то мере она оказывается права. Это убийство раскрывает тайны прошлого, меняющие жизни Лейлы и Кенана.